Сегодня проводим открытое первенство детско-юношеской спортивной школы ФТЗ. Первенство проводит отделение тэквондо, олимпийского тэквондо. Сегодня мы собрали порядка 240 спортсменов-участников из 7 регионов Украины. Соблюдаем все необходимые карантинные меры для проведения данного турнира. Недавно вернулись в Турции, где был у нас контрольный старт в рамках подготовки к квалификационному турниру, который состоится в мае месяце и будет этапом формирования участников на Олимпийские игры. Предстоит нам также принять участие по взрослому чемпионате Европы, который тоже будет последним уже стартом перед квалификацией к Олимпийским играм. Выражаем благодарность директору детской нашей спортивной школы ХТЗ Задорожному Леониду Яковлевичу, потому что помогает развивать олимпийский вид спорта тэквондо. Мы пригласили не только спортсменов Харьковской области, но и спортсменов из других городов Украины. И сегодня этот турнир стал как подготовкой к следующим соревнованиям. Дело в том, что послезавтра уже будет чемпионат Украины в Харькове. И поэтому я думаю, что все спортсмены хорошо тут пройдут подготовку. Я надеюсь, что на Украине уже выступят более в лучшей форме будут. Мы всегда проводим этот, много лет уже этот турнир. Это олимпийская версия тэквондо. Поэтому мы рады всех приглашать. И думаю, что в дальнейшем, возможно, мы даже, может, сделаем и турнир международного уровня сделаем. ЮСШ ХТЗ проходит в Харькове по тэквондо первый турнир в этом году после карантина. И турнир является контрольным перед стартом, ответственнейшим перед чемпионатом Украины, который начинается буквально завтра, по юношам, младшим юношам и взрослым. Собственно, сегодня младшие юноши и юноши принимают участие, но и завтра же состоится чемпионат Харьковской области уже. И как раз сегодня также кадеты и юниоры, которые будут принимать участие в чемпионате области, для них тоже контрольная сегодня точка. Посмотреть, какие вопросы надо еще подогнать, на что обратить внимание и, соответственно, уже достойно выступить завтра на чемпионате Харьковской области и, соответственно, сборная Харьковской области выступить достойно на чемпионате Украины. Сегодня постарались собрать лучших судей Харькова. Есть несколько судей из других регионов. Судейство сегодня на уровне. Ошибок и замечаний практически нету. Скажу с ответственностью, что судьи свои навыки не растеряли за время карантина. Сегодняшний турнир является подготовкой для меня к завтрашнему турниру. Это очень ответственное и важное событие для меня. Я постараюсь сегодня хорошо выступить. Хотелось бы оправдать ожидания и поблагодарить за хорошую работу с нами Андрея Васильевича Долгополова и Хочешь Назаров. Моя цель на соревнованиях – это добиться всего самого лучшего и побывать на чемпионате Украины и, естественно, забрать первое место.